День рождения Александра Сергеевича Пушкина принято в России отмечать всей страной. И это неудивительно. Своим литературным гением он обогатил культуру и литературу. И, конечно, родной русский язык. А его стихи, сказки и поэмы знают все, от мала до велика. Он умел писать образно, эмоционально, пронзительно и настолько насыщенно, что каждый еще с колыбели практически вскормлен талантом Пушкина. Насладиться теплым вечером в 220-й день рождения поэта пришли жители города в сквер имени Александра Сергеевича. Здесь под сенью муз и тенью деревьев читали стихи, танцевали, пели романсы. И все было связано с его произведениями. И сегодня здесь, сегодня 6 июня 2019 года, мы с вами вечер выбрали для того, чтобы еще раз вспомнить, еще раз окунуться в творчество этого великого писателя. Подготовили для зрителей замечательную интерактивную и культурную программу. Клуб старинного романса «Отрада» порадовал очень атмосферным концертом, навевая те самые пушкинские времена. К нам в гости сегодня приехал потрясающий коллектив, клуб старинного романса, московский клуб. Они с радостью подарят нашим жителям, жителям городского округа Щелково, программу часовую. Они исполняют произведения на стихи Александра Сергеевича Пушкина и его современников. Очень интересно, и мы надеемся, что жителям это очень понравится. Традиционная викторина, квесты и даже гадания, ответ на которые все желающие находили, конечно же, в книгах Пушкина. И действительно, какие только темы не осветил поэт, каких глубин не коснулся. Его письма тоже можно считать произведениями. Там столько мудрых мыслей, что можно просто читать его переписку и узнавать что-то новое. Александр Сергеевич действительно велик. Велико его литературное наследие, почва для разных направлений в искусстве. По его произведениям снимают фильмы, на стихи пишут романсы и даже рэп, говорят, читают. Ну а вечер в день рождения этого солнца, как и обещал, стал томным и весьма насыщенным. Анна Балиет, Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».